Вы смотрите канал «Жизнь Вия», где новые ролики выходят каждый день в 18 часов по московскому времени. Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. И сегодня у нас будет Battle Flip Challenge. Да, конечно же, нет. Так бы мы на 2 года назад откинулись. Сегодня у нас очень необыкновенный эксперимент. Мы повторим Battle Flip Challenge, но будучи под водой. Уже все множество раз выполнили этот челлендж, поэтому в принципе в этом нет ничего удивительного. Но никто в мире не пробовал проделать его под водой. Здесь нужны абсолютно другие навыки, абсолютно другое понимание и неадекватный подход. Все это у меня есть, сейчас докажу. И чтобы реализовать этот опыт, который никто никогда не повторял, мы отправились в бассейн, в огромный 50-метровый бассейн. Поехали! Ты не умеешь делать кольца под водой? Нет. Я думал, все это умеют. В общем, ребята, если вы тоже не умеете делать кольца под водой, в этом видеоролике я вас научу. Это несложно. Реально, каждый может научиться делать кольца под водой. Это очень легко. В обычном мире бутылка наполнена наполовину водой. Но под водой это просто не работает. Вот, смотрите. Как я и сказал ранее, такая бутылка нам не подойдет. Ее, наверное, придется водой наполнить целиком. Проверим, получится это или нет. Мне сразу кажется, что нет. Тест номер 1. Начали. Но это был только первый тест. Я думаю, дальше мы сделаем что-нибудь получше. Нам известно, что при обыкновенном Bottle Flip Challenge бутылка наполовину наполнена водой. Здесь же она наполнена водой целиком. Чем-то ее нужно было наполнить наполовину. И для нашего эксперимента мы выбрали гайки. Их у нас очень много на самом деле. Вот сюда мы их спрятали. Сейчас найти такую идеальную консистенцию воды и гаек внутри нашей бутылки, чтобы бутылка и утонула, и совершила Bottle Flip Challenge. Я ничего не понимаю. Она вроде бы тонет, но при этом совсем не вращается. Здесь у нас было 5 гаек, я решил добавить еще 5 и провести тест номер 3. Я думаю, в конечном итоге что-нибудь раз получится. Если нет, мы будем добавлять сюда воздух. Тогда это точно должно помочь нашей ситуации. Ну, тут все, конечно, дело в сноровке и в скилле, как и в оригинальном Battle Flip Challenge. Поехали! Здесь дело все в навыке и в скилле. Я думаю, добавлю еще 2 гаечки, и получается рецепт пол-литра воды и 12 гаек будет идеальным. Не пробуйте повторить этот трюк без специальной подготовки. Вы должны хорошо уметь плавать и хорошо уметь задерживать дыхание, как ваш преданный слуга Вячеслав Исмаилов. Так что этот трюк может быть опасным, но нужно тренироваться и заниматься спортом. Тогда почему бы нет? Ребят, в комментариях напишите, Bottle Flip Challenge, когда бутылка встает на пробку, это же считается еще круче. В нашем случае это канает или нет, как вы думаете? Это невообразимо, но сейчас я ощущаю дикую радость от того, что я первый в мире проделал Bottle Flip Challenge под водой.
хоть и 2 года спустя. Но сейчас тот момент, которого вы так долго ждали. Кольца под водой. Как же их сделать? Если вам понравится... Давайте так, если методика вам нравится, и вы реально видите, что она легкая, вы ставите лайк под этим видеороликом. И если мы соберем под этим видео 20 тысяч лайков, то мы сделаем еще больше подобных видео. Вот сейчас рассказываю секрет. Секрет в идиотском выражении лица. Вы должны взять 2 пальца, зажать свои ноздри и высунуть язык. Вот так. И обязательно наполнить щеки воздухом. Вот так вот. И потом, как бы кольцеобразным видом выпускать вот так вот воздух. Вот так вот. Согласен, что выглядит это нелепо, но вот так вот выглядит тренировка. И, конечно, вам нужно научиться погружаться на дно посредством того, что вы выпускаете свой воздух из себя, погружаетесь на дно, потом делаете... Тоже не сложно, но для всего нужна тренировка. Нельзя просто взять, начать это и делать. Да и тем более это может быть опасно, так что в одиночку это ни в коем случае не повторяйте. Воспользуйтесь другом или тренером, кто это уже умеет делать. А в целом это, согласитесь, очень любопытно. Ну что ж, это было реально здорово. Я не думал, что у нас получится это так быстро, но оказалось, найдя правильную пропорцию, сделать это не так уж и сложно. Так что в какой-то степени этот видеоролик получился очень интересным, и наш эксперимент удался. И я надеюсь, кроме того, что он был интересным, он еще и был познавательным. Помните, да? Но в целом все, у меня просьба вам точно такая же, как и была раньше. 20 тысяч лайков очень сильно обрадует мое сердце, поэтому если вам не сложно, жмякните на лайк и, конечно же, подпишитесь на канал. И нажимайте на колокольчик, ведь на этом канале видеоролики выходят каждый день, специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.